Так, у нас вечер. Я готовлю суп с... Ой, прям так. Суп с макарошками. Туда морковку корейскую добавила, зажарку не хочу делать. И у меня тут остались макароны со свининой. Я хочу их себе разогреть, поесть. Чего они просто так остатки стоят? Сама сейчас съем. Ладно, готовлю. Суп уже почти сварился. Готовим кушать. Так, что-то, говорю, супа захотелось, а дети никто не хотят. Взяла, варю суп. Не хотят, пусть сидят голодные. Да сейчас посуду надо помыть, собираю всю посуду грязную. Надо ополоснуть. Света играет на акулете, Света довольна. Даже все свои ногти обломала, которые нарастила, она обломала, чтобы только на акулете играть. Она мечтала, давно она меня просила, давно упрашивала акулеты ей купить. Она не знала, что я сегодня поеду за акулеты. Для нее это был сюрприз, и она играет на нем. Настройки там какие-то скачала специальные, все делает, играет. Да, Оксана? Ладно, сейчас суп приготовлю, макрошки разогрею. И муж сходил в магазин, купил помидорок и огурцов. Мне на окошке поменять наполнитель. Это кукурузный наполнитель. Очень хороший. Мне, кстати, очень нравится. Я все как-то хочу большой мешок заказать, потому что на него нет аллергии. Классный наполнитель. Я беру его, перемешиваю с опилками, и он нормальный в самый раз. Ладно, готовим дальше кушать. Приготовлю суп. И потом пойду, мне надо помыть манекены. У меня женщина манекены покупает, и мне надо их помыть и отнести ей. А тут, ну, уже обещаю, унести все время нет. То один болеет, то второй, то третий, и все вот так вот. Надо сделать уже концепт. Все, ребятки, супик сварила. Вот такой получился супик. Морковку я зажарку не делала, я ее просто так сыпанула. Подожди, Ванечка, хорошо. И вот такой вот супик. Как бульончик, очень даже полезно. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем доброе утро. Уже добрый день, даже сказать. Прошу извинения за свой уставший вид, но сегодня опять вторая, которая по счету уже ночь. Третья или четвертая? Четвертая, когда я не сплю. А, у Вани температура спала, поднялась температура у Оксаны. Сейчас у нее на данный момент 39,4. Короче, дурдом. Дети сделали торт, я хотела заснять, но тут уже ничего нет. Со сгущенкой и с повидлом. Ну, я коржи покупала. Ой, сейчас покажу. Сейчас, подожди, сыночка. Я вот такие вот три коржа покупала в Соликамск, когда ездила. Я тогда ничего не снимала, потому что у меня настроения не было. И дети теперь делают. Еще два коржа осталось. Один они сделали. Сейчас, сыночка, сделаю чай. Подожди, зайка. Они сделали. Я взяла сгущенку на развес и повидло на развес. Вот они сделали слой сгущенки, слой повидла, слой сгущенки. Вкусно получился. Всем рекомендую. Ладно, делаю ребенку пить. Ребята, у нас уже вечер. Ничего не снимала, потому что у меня маленький болеет. Пока не могу в целом. Что я хочу сейчас сделать? Пойду поливать, потому что кабачки опять поникли. Там Ванюшка. Ваня уже все хорошо. Нет, ни температуры, ничего нету. Оксана более-менее уже. Но зато у меня Марина опять слегла. Теперь Марина... Вань, нельзя по картошке ходить. Слышишь меня, чудо мои лысые? Ты неправильно сандалики одела. Ну-ка, переобувай. Дома. Меня попросили показать. Цветет, нет, картошка вот цветет. Вот здесь вот 4 ряда. Это у меня сортовая картошка. И смотрите, второй ряд какой интересный, весь фиолетовый. Этот вот такой вот белый цветок. Второй фиолетовый. Это даже не белый, а такой нежно-нежно фиолетовый. Второй ряд тут... потемнее фиолетовый, третий ряд, как показать, вот белый, так, раз, два, три, вот четвертый ряд, да, тоже фиолетовые цветочки, да, ты переобулся? Да. Молодец, моя умница, и вся картошка у нас уже начинает цвести, нас и куи, 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 их мало осталось, я большую часть уже продала.
потому что я зимой не хочу больше утешать курей. Толку от них ноль зимой, летом только толк есть. Яйца сейчас мы, считайте, не покупаем, все свои яйца. А это уже наша картошка с белыми тоже цветочками. Ванечка, скажи, пожалуйста, а почему у тебя в кабачках? Так, здесь огурцы вообще хиленькие, видите? Да, они, наверное, уже не вырастут. Так, помидорки. Опять полоть надо. Опять заросли. Острый перец, он хорошо, видите, растет. Видите, какой? Ой, острый, говорю, обычный перец, он, видите? Да, это сладкий перец. Помидорки мои. Более-менее, ну, так себе надо подвязывать пять. Ваня, стой, тут крапивка, не ходи, пожалуйста. Сейчас мама тебе ягодку оторвет. Тут малину нашла. Мне сегодня дети набрали мисочку. Я хочу блендером перемолоть. И с сахаром. На, сыночка, ягодку. А, у тебя ручки грязненькие. Давай в ротик. Вот, молодец. Так, что в парнике? Ребят, да, своих огурцов еще нет. Ну, тьфу-тьфу-тьфу. Так, более-менее вроде начинает. Будем надеяться, что будут огурцы. Поливаем позже из бочки здесь, теплой водой стараемся. Грядки только я поливаю из... Шагай. Папа. Нет, не видела я папу. Так, дальше что у меня с помидорами? Тоже есть. Маленькие помидорки висят. Вон. Эти висят маленькие, ну, надо пасынки опять обрывать. И тут острый перец. Острый перец, я не знаю, есть, нет. Нет, пока не видно их еще. Но у дома, который острый перец у меня стоит, там уже есть перчики. Ну, в целом, вот так, сейчас пойдем с Ваней грядки поливать. Ваня, скажи, пожалуйста, ты зачем в кабачки бросил мячик? А кто? Оксанка? Ух, она Оксанка такая, да? Ой, грядки опять полоть надо, господи. Кабачки у меня уже есть, ребят, небольшие. Правда, ну вот это, который я рассаду садил, видите, такие. Тут два, тут такой, тут зелененький. Там вот такие, ну там нету еще маленькие завязи, только кабачков. Тут капуста, я вообще не знаю, капуста у меня поели, но мы ее, муж посыпал пеплом. Кабачок, видите, тоже. Там тоже. Ванечка, укроп хилый тоже вылез, который повторно я садила. Так, вот здесь вот тоже кабачки. А вот здесь вот, я не знаю, что у меня это. Я садила дыни с арбузами, но вот не знаю, что уже. Но я срела вишерские, садят там горох вообще хилый нынче. Ну, ладно. Ладно, берем, включаем поливалку и начинаем поливать. Тут малина у нас. Вон, видите? Малинка. Ванечка, вон ягодка. Что ты боишься крапивы? Тут нет крапивы. Прям возле бани. Вот ягодка. На! Так ты аккуратно. Вот такие вот у нас, ребята, дела. Черемуха. Ой, компот был. Ой, не, еще не. Еще рано, сына. Она еще прям вяжет рот. Ваня, смотри, как много ягодки. Надо походить сегодня, пособирать малинку. И сделать с вареньем, с сахаром. На, ягодки ешь. Ладно, дорогие друзья, включаем поливалку и поливаем. И мне надо еще морковку сегодня обязательно тоже полить. Здесь муж эту глину развел, печку, чтобы делать. Здесь тоже вон ягодки тля, только опять. Паутина, да, ребят, паутина. Ай, ё-моё. Некоторые, смотрю, специальными сетками надевают. Я ничего не делаю. Смотрите, сколько черемухи, ребят. Черемухи вообще много. Я не знаю, будет, нет, видно вам. Там петухи что-то дерутся опять. Ну, играй, играй, сыночка. Маме некогда, мама будет сейчас поливаться. Ладно, идем поливаться. Ребят, смотрите, как классно цветет. Вот плохо видно, да? Вот так вот. Мальвы. Все одного вида у меня остались. Здесь вот тоже мальвочка. Все одного вида остались. Мы грядки поливаем. Тут вот эту грядку я так и не дополола. Времени еще не было. Что-то
Надо полоть ее остатки, остальные все. Давай, Машенька. Ладно, иди давай, играй, я сама полью. Ладно, поливаем. Все, дорогие друзья, полила весь огород. Маша, давай, я тебя не буду, я Ваню хочу заснять. У меня ребята опил таскают, я хочу вам показать реакцию Вани. Какой он счастливый. Мася, ты что в сарайке делала? Лохматая собака. Да? Тебя надо опять постригать. Ладно, ждем, сейчас Ваня пойдет, я вам покажу, как Ваня таскает опилки. Смешно, такая у него реакция. Ему дали задание опилки таскать, и он счастливый таскает. Я полила весь огород пока. Смотрите, бежит вместе с Мариной. Опилки, ведерки тоже взяли маленькие и в сарайку таскает опилки. Ваня, ты что, тоже помогаешь опилки таскать? Вместе с Мариной? Какие большие у вас ведра! Вы работяги, да? Тебе так тяжело? Ване не тяжело, а тебе тяжело? Ваня аж вон бегом бежит. Сам взял, представляете, ведерки и пошел тоже таскать опилки. Света там им набирает, и они таскают. В целом, вот это вот хочу выдернуть, потому что все в цвет пошло. И сюда посадить еще укропа. Сейчас все это повыдергиваю, выкинем курям и будем сюда укроп делать. Все, грядки все полила, кабачки полила. Все сделала, свеклу полила, даже еще немного прополола. Тут траву накидалась. Я траву прям между грядок ложу и все. И между делом, между поливом еще и прополола. Ладно, вот эту вот беду выдергиваю и отдаю курям. У нас вечер, я полила все в огороде. Что ты хочешь? Я сижу отдыхаю. Егорка управился. Егор, а ты Тайсона накормил? Нет еще. Сейчас пойдет еще вечером Тайсон накормить. Тут пришел, Тайсон пришел. Да, Ваня. Маша аж прыгнула вниз. А? Все понятно. Вот такой вот, ребята, день. Короче, дурной. У меня у знакомой тоже дети про температуру. Что интересно, один день каждый ребенок протемпературил и все. И у меня, видимо, такая же ерунда идет. Из-за чего, непонятно. Может быть, из-за жары. Да. Там вы в холодильнике, да? Пакет с конфетами лучше завяжите. Он вот так вот открыт просто. Стоит. Какой? Пакет с конфетами просто. А кто его открыл? Завяжи его, пожалуйста. Кто так молод? Завяжи, пожалуйста. Так там... Ты ж только что кушал макарошки с сосисками. Еще хочешь? Ну, сейчас пойдем домой, когда уже перед сном сядем, покушаем, да? Да, Ваня? Да. У Вани хоть аппетит появился. А то вообще ничего не ел. Супик будешь кушать? Будешь? Ну, хорошо. Короче, дорогие друзья, всем желаю крепкого здоровья. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите свое здоровье и своих родных. Всем говорю пока-пока. Мама.